Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в своем небольшом видео я хочу рассказать, как создать свою подписную страничку на сервисе Wix. Когда вы заходите на сервис Wix, там у вас появится регистрация. Она очень простая, и каждый сможет зарегистрироваться. Но я уже здесь зарегистрирована, у меня есть свои сайты. Значит, нажимаем «Создать новый сайт». Шаблоны. Мы выбираем пустые. Выбираем пустые шаблоны. Это получается с нуля. Мы будем с вами сейчас делать подписную страничку. Заходим в редактор. Здесь можно делать и многостраничные сайты, и подписные странички, музыкальные открытки. Сервис этот совершенно бесплатный. Можно, конечно, приобрести и премиум, но мы с вами будем делать совершенно бесплатно. Вот такой редактор. Слева у нас здесь меню. Мы будем пользоваться вот этими двумя только. Теперь хедер. И футер нам не нужны. Мы, значит, убираем. Нажимаем страницы Home. Нажимаем вот эти три точечки. Нажимаем макеты. И ставим сюда точку без хедера и футера. Все, у нас все готово. Фон мы загружать не будем. Будем пользоваться белым. Нажимаем кнопочку добавить. Добавить фото. Мои загрузки. У вас фотографии вы должны, значит, в папочке загрузить, потом будете загружать сюда. Вот здесь загрузить фото. Но у меня здесь уже есть фото, потому что я уже это все делала. Добавляю фотографию. Вот фотография. Мы растягиваем эту фотографию до пунктирных линий. Так, у меня тут две получилось удалить. До пунктирных линий делаем все аккуратненько. За пунктирные линии не выходим. Значит, делаем немножко поуже. Подвигаем. Вот. Картиночку мы поставили. Теперь нам нужно поставить текст. Текст вы тоже выбираете свой. Что вы хотите дать? Какую полезность вы хотите дать своему подписчику? Нажимаем левой кнопочкой и тянем вот сюда. Теперь мы с вами поработаем с текстом. В текстовый документ я уже заготовила, значит, свои тексты. Я их копирую. И так, редактировать. Сейчас сюда я вставлю свой текст. Вставляем текст. Текст получился большой. Значит, так, текст получился большой, опять поработаем. Значит, сделаем мы его размер поменьше. Так, это совсем маленький. Ну, вот такой, да? А теперь выберем шрифт. Шрифт я всегда выбираю Impact. Вот он. Вот. Теперь выбираю цвет. Цвет выбираете сами, какой хотите. Я выберу вот этот цвет. И теперь, значит, выравниваем по центру. Выравниваем. На вторую нажимаем. И применяю эффект. Ну, например, Е. Вот такой текст у меня получился. Так, дальше у меня будет еще подтекст. Готовая система. Готовая система. Готовая система. Что я делаю с этим текстом? Значит, я делаю размер меньше. Так, чуть побольше. Вот такой размер делаю. Цвет выберу другой. Добавляю палитру цветов. Нажимаю на плюсик. Мне нравится красный, яркий цвет. Я выбираю красный цвет. И, значит, опять выбираю я
эффекты, ну, B. Вот, посмотрите, как получилось. Дальше идем, добавляем картиночку. Опять же, у вас все должно это уже быть приготовлено в папочке. Вот такая у меня картиночка, я ее добавляю на сайт. Картиночку беру левой кнопкой мышки и тяну в левую сторону, выравниваю ее и немножечко как бы сужаю. Вот так. Вот такая картиночка. Дальше я добавляю 5 текст. То есть, что у меня подписчик получит, нажав на этот, на мою подписную страницу, на мою форму. Тяну опять сюда вниз, ставлю. И сейчас поработаем с текстом. Редактировать текст. Опять же иду в свой текстовый документ. И копирую свой текст. Копировать. Вставляю свой текст. Вставляю свой текст. Не забывайте сохранять то, что вы делаете, чтобы вам потом снова не возвращаться и снова не делать, значит, вот так я поставлю. Редактируем, потому что он у нас очень крупный. Так, убираю. А, значит, теперь выравниваем по центру. Выравниваем по центру. Выбираем шрифт. Шрифт опять выбираем Impact. Так, затем выбираю эффекты. E выберем. Так. Теперь выбираем цвет. Я выбираю черный. Так, теперь смотрите, вот это вот слово вы узнаете, то есть предложение, значит, надо его немножко сделать побольше, да, и другого цвета. Давайте сделаем размер, так, поменьше немножко сделаем размер, вот такой, 34, цвет давайте сделаем вот красненький. И можно другой эффект, ну, например, сделать B. Вот. Вот, видите, как уже смотрится. Теперь мы добавляем картиночки. Какие картиночки? Я добавляю галочки для каждого, то, что я предлагаю. Так, загруженное фото. А вот у меня есть такие галочки. Добавляю. Видите, большая картиночка, я ее немножко уменьшаю. Опять же левой кнопочкой тащу сюда. Вот так я ее поставлю. Теперь, значит, нажимаю правой кнопкой, нажимаю дублировать. Вот вторая у меня галочка. Сюда поставим, так ровненько. И нажимаю опять правой кнопкой дублировать. И вот у меня третья галочка. Вот. Смотрим, что получилось. Вот так. А теперь работаем с правой стороной. Здесь, значит, я добавляю бокс. Бокс. Выбираю себе, значит, картинку бокс. Вот мне нравится, нравится вот такая. Я ее в правую сторону тащу, в правую. Так, маленечко мы ее уменьшаем. Вот так вот мы ее растягиваем. Растягиваем. И дальше работаем с формой. То есть мы добавляем контакты. Контакты. И добавляем вот эту первую форму. Вот. Вот так мы сюда добавляем форму. Дальше. Пока форму оставим, опять же добавляем бокс. Добавляем бокс. Так, ищем, ну вот эту стрелочку мы добавим. Так, она большая, мы ее сейчас
уменьшим. Вот так вот мы ее уменьшим. Так. И тащим ее вот сюда. Так, большая. Еще маленько уменьшим. Вот так. Теперь подберем цвет. Так, изменить дизайн. Значит, настроить дизайн. И давайте подбирать цвет. Цвет я хочу подобрать вот такой. Вот такой цвет. Так. Вот такой цвет я подобрала. Теперь мы опять же добавить нажимаем. Добавляем текст. Заголовок сайта. И вот сюда мы добавляем текст. Наши подписчики редактируют текст. Наши подписчики любят бесплатности. Им пишем слово «бесплатно». Что вы можете дать бесплатно? Так, поработаем с текстом. Редактируем текст. Значит, сделаем цвет тоже красненький. Красненький. Подберем шрифт. Черный, черный. Так, шрифт опять мы выбираем Impact. Так. Impact. И теперь мы подберем эффект B. Вот, посмотрите, как. Так, маленечко вот сюда. Вот, посмотрите, как получилось. Теперь у нас вот это тоже просвечивается. Давайте подредактируем. Изменим дизайн. Настроить дизайн. И вот эту вторую мы опять же выберем вот этот цвет. Вот. Видите, как получилось. Так, что мы еще не сделали? Мы вот здесь вот цвет не подобрали. Тоже изменить дизайн. И, значит, настроить дизайн. Цвета и прозрачность. Вот этот цвет я хочу сделать. Я хочу сделать вот так. Сейчас посмотрим. Нет. Все-таки вернемся вот к этому цвету. Все, цвет я подобрала. Теперь поработаем вот сюда, значит, опять же картиночку сейчас добавить фото. Так, у меня там есть стрелочки такие красивые, вот эти вот три штучки. Я их добавлю на сайт. Они очень большие, мы их делаем меньше. И добавляем вот сюда. Ну, немножечко. Так, теперь поработаем вот контактная информация. Так, указать email. Указать email. Так, вот он. Дальше. Вместо слова тема мы пишем Skype. Пишем Skype. И ставим обязательно звездочку, чтобы Skype обязательно, значит. Теперь поменяем дизайн. Настроить дизайн. Цвета и прозрачность. Цвета и прозрачность. Фон кнопки. Так, фон кнопки. Так, вот здесь. Ой, неправильно. Так, мне надо поправить текст. Текст, 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 текст. Так, вот так нажимаем. Настроить дизайн. Нажимаем на слово текст. Значит, цвет черный. Цвет черный. Цвет черный. Теперь давайте выберем так, шрифт. 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 Опять же выбираем шрифт. Шрифт выбираем. Impact. Да? Вот, видите?
такой цвет получился. Так, теперь вот здесь мы надо подредактировать. Так, изменить дизайн. Настроить дизайн. Так. Текст. Так, текст, текст. Цвет кнопки. Цвет кнопки. Тоже поставим черный цвет. Так. Выберем шрифт. Так, шрифт выбираем опять. Impact. Вот. Так. Вот и все. Вот получилась вот такая страничка. А теперь мы, значит, сохраним. Так. Посмотрим, что у нас получилось. Так. Вот такая вот страничка у нас получилась. Теперь идем назад в редактор. Назад в редактор. И теперь мы можем опубликовать. Так, опубликовываем. Готово. Так, еще раз я. И вот, вот эта вот ссылка. Ссылку, конечно, можно и поменять. Вот. Перейти по ссылке. Перехожу по ссылке. Вот такая вот подписная страничка получилась у нас. Каждый, конечно, может выбрать свой дизайн, свои цвета подобрать, свои картиночки. Вот. Вот получилась такая подписная страничка. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго и до новых встреч. Так, теперь вот здесь мы...